Приветствую всех, Лев на связи. Еду из России в Абхазию. Вечер, 10 часов вечера. Пока вот даже на въезд КПП стоят люди. Посмотрим, что там внутри. Попросили сразу держаться правее. Отдельно, видимо, очередность есть для тех, у кого абхазские номера и российские. Российскую сторону границы проехал примерно за 20 минут. Абхазская сторона. Еще чуть менее 10 минут заняло прохождение абхазской стороны границы. Так что вот, берите в расчет такие показатели. Вечер, как я и говорил, половина, соответственно, 11-го. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь, подписывайтесь. Всего доброго.